Приветище, амигос! В этом видосе отвечу на один из, наверное, самых часто задаваемых вопросов, почему не выходят видосы про танки. И поскольку на канале собралась публика из World of Tanks, из War Thunder, из Armored Warfare, дам ответ сразу по всем трем играм по очереди. Начну, пожалуй, с картофельного World of Tanks. Тут все просто. За 21 тысячу боев игра мне сильно надоела и крайне опротивила. Единственное, что я могу сделать, зайдя в бой в картошке, это поехать и слиться где-нибудь радостно. Лишь бы не стоять в кустах, лишь бы не стоять за камнями. Ну, не получилось у Wargaming меня зазомбировать. Я очень быстро заметил, что каждый бой на каждой карте я еду в одно и то же место, делаю там ровно одно и то же. То есть сплошная рутина, и это быстро перестало приносить мне удовольствие, как только я вкачал все эти танки, которые я хотел. К тому же у Wargaming есть толпа прикормленных своих собственных унылых, но раскрученных вододелов, с которыми бодаться смысла не вижу никакого. Мне кажется, что невозможно победить вододела, который может достать свой член на стриме и при 8000 людей обоссать свой собственный монитор ни харизмой, ни интеллектом, ни чем-либо еще. Его уже обожествили. Пусть и дальше продолжают его смотреть. Ура, Wargaming! И да, я не буду уточнять, о ком конкретно идет речь, потому что иначе Wargaming опять мне видео с канала удалит. Далее War Thunder, или как некоторые почему-то говорят, War Thunder. Видимо, солнечная война. В War Thunder я жду ввода английских танков. Ну, потому что пилить видосы по тем танкам, которые в игре находятся уже давно, да еще на фоне очередного падения онлайна в этой игре, а сейчас в будни там 30 тысяч с копейками, уже даже не 40. То есть, ну, смысла маловато, честно говоря. Ну, кто будет смотреть очередное видео про Тигр 2 или Т-10М? Про эти танки уже столько снято, столько написано, что не добавить, не прибавить. А тупо выкладывать видео, как я играю в эту игру, ну, это как-то, по-моему, не очень. Опять же, трудно сказать, из-за чего упал онлайн. То ли потому, что учебный год начался, то ли потому, что игра загибается. Ввели очередные изменения разработчики, понизили боевой рейтинг некоторым машинам. То есть теперь на ИСе втором есть шанс встретить машины пятой эры в бою. Ну, это как мне в комментах объясняли более знающие люди. То есть была какая-то иллюзия того, что на четвертой эре в боях участвуют только машины Второй мировой войны. То есть и люди были такие, которые на пятой эре вообще поэтому не играли, а хотели играть только вот на этих машинах. А теперь вот эта вот граница, она рухнула, потому что БР кому-то там понизили. И теперь там к танкам 4-й эры, грубо говоря, стали попадать там Т-54 47-го года, например. Это многих расстроило. Хотя вот моя 54-ка как попадала в задницу, так и попадает в те бои, где она практически ничего вообще не может сделать, будучи в стоке. Но при этом у меня есть масса людей, которые готовы предоставить мне любые аккаунты. Остается только замазать их имена, чтобы разработчик не банил. Хотя на месте разработчика War Thunder я бы ни от какой рекламы не отказывался. У любых видеоблогеров берут они чужие аккаунты, не берут они чужие аккаунты. Блин, Гайджин не в той сейчас ситуации, чтобы выеживаться по этому поводу. Но 34 тысячи людей онлайн, уже падать-то больше некуда. Также вполне может быть, что онлайн просел из-за выхода проекта Арматы, Armored Warfare. Хотя фанаты улитки говорят, что Армата им не соперник ни в коем случае, потому что голимая аркада. Но в то же время сейчас в War Thunder в очередь на поиграть в реалистичном режиме нужно стоять минут 5, наверное. В ожидании. Все играют в аркаду. А раз все любят аркаду, то аркадная игра вполне возможно, что зашла куда больше, чем мир ваншотов и зеленого крестика. Ну и, наконец, Armored Warfare. Мне кажется, сейчас это наиболее перспективная игра для всяких вододелов, обзорщиков, летсплейщиков и прочих. Ну, потому что игра новая, в первую очередь, видосов по ней мало сейчас. Конкуренция, конечно, есть, ибо вододелы сбежались со всех сторон на эту новинку. Но все равно, ничто никому не мешает стать восходящей звездой и подняться вместе с этой игрой в топы. Видосов по ней я не делаю, потому что веду переговоры насчет предоставления мне пресс-аккаунта. Ну, того аккаунта, на котором открыты все танки, чтобы самому их не прокачивать, потому что... Я уже в том возрасте, когда жалко тратить свое время на прокачку танка, потом выкачивание его в топ, все это время, и как бы игра не была прекрасна, она пока, кстати, не прекрасна, задрачивать нее вообще не хочется. Так что дадут пресс-аккаунт, будут видосы. Не дадут пресс-аккаунт, ну что ж, тогда видосов не будет. И либо я подожду, пока кто-нибудь прокачает себе аккаунт, даст мне пароль, опять придется замазывать его ник, снимать видео и так далее и тому подобное. В общем, надеюсь, что все поняли.
На этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и адьё.